Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Виктор Балет. Сегодня прекрасная погода, светит солнышко, наконец-то настала чудесная погода, чудесное настроение. Я надеюсь, что у вас тоже такое же чудесное, хорошее настроение. И у меня есть к вам чудесное предложение. В чем заключается это предложение? В том, что, конечно, у каждого из вас, у миллионов, у миллиарда людей есть какие-то свои проблемы, связанные с нашим здоровьем. То есть самое, одно из самых главных, конечно, не самое главное, здоровье – это очень важная составляющая нашей жизни, но не самое главное, одно из главных, можно сказать, да. Значит, в немецком языке есть такая хорошая пословица: «Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts». То есть здоровье – это еще не все, но без здоровья все ничего. То есть если у нас с вами нет здоровья, если мы заболели, например, раком и находимся в последней стадии этого страшного заболевания, то, конечно же, мы смотрим на весь наш окружающий мир совсем другими глазами. Мы прощаемся с этим миром, потому что нас уже, у нас, как сказать, мы мысленно, ментально, физически, психически знаем, что эта болезнь неизлечима и что рано или поздно настанет наш час. Поэтому все в жизни нас как бы уже не особо интересует. Значит, вот чтобы такого состояния не наступило, да, а каждый из нас хочет прожить немножко дольше, то есть хотя бы 100 лет, да, такая установка должна быть у каждого из нас, потому что на русском языке «чело» – «век» означает «чело» – «голова», «век», да, то есть если будешь дружить с головой, проживешь 100 лет. Ну, если, естественно, что-то не случится, если кирпич на голову не упадет или какое-нибудь самоубийство, самоубийца, как это было с самолетом, да, не отправит вас, образно говоря, на тот свет. Ну, а так, при идеальных условиях, в общем-то, если вы будете стараться вести правильный образ жизни, наблюдать некоторые определенные вещи в своей жизни, да, приоритеты правильно ставить, правильно относиться к самому себе, так же к окружающим вас людям, этому миру, то вероятность того, что вы сегодня, да, при нашей медицине проживете, скажем, 100 лет, она довольно-таки большая. Потому что, например, у нас здесь в Германии, если вам делают какую-то страховку, то, что удивительно, страховщики всегда считают, что ожидаемый, предполагаемый возраст, как говорится, или время смерти 99 лет. Да? То есть все договора, все рассчитываются на то, что вы будете предполагаемо жить 99 лет. И если страховщики это считают, да, и если есть действительно люди, которые так живут, то это значит возможно. Да. Значит, что для этого необходимо сделать? Вот это мое предложение к вам. Я разработал такой гениальный план. Да. Во-первых, я сам восстановил свое здоровье. Несколько лет тому назад я был 3 раза в больнице, в раковом отделении лежал и многое-многое-многое другое, то есть переносил различные операции. У меня были внутренние кровоизлияния, у меня была язва 12-перстной кишки, у меня был хронический гастрит, у меня были хронические геморрои, потом вырезали, удалили их. И многое-многое другого хронического у меня было в организме. Да. То есть у меня был целый букет хронических заболеваний. Буквально, ну, в 45 лет. Да. Сейчас мне 52 года, и я чувствую себя лучше, чем я чувствовал себя в 30 лет. Потому что в 30 лет у меня уже были различные заболевания. Я неправильно питался, неправильно, как говорится, планировал свое рабочее время, очень много работал, очень много уставал. У меня было такое дауэрмюдигкайт, цуштанд, то есть состояние постоянной утомляемости, какой-то усталости. Да? Ну, как и все обычные люди, вы сами знаете, как многие сегодня газ дают, газ, газ, газ. Я был точно такой же, я люблю работать, я и сейчас люблю работать, я и тогда любил работать. Но тогда я мог работать одновременно на нескольких работах. Будучи студентом, я учился и работал в 2 разных фирмах, да, в 2 столовых.
То есть фактически ночью я в одной сторожил, в другой дворником работал и так далее и тому подобное. Представьте себе, учеба, и плюс вы работаете еще на двух предприятиях, да? То есть это было очень много стресса. Плюс еще занимался спортом, занимался боксом, бегом и много-много другое. То есть у меня был такой 24 часа в сутки, я что-то как вот белка в колесе, крутился, да? И это, естественно, сказалось на моем здоровье. Сейчас я упорядочил все это дело, как говорится, у меня есть расписание на каждый день. Я знаю, чем я буду заниматься сегодня, я знаю, чем я буду заниматься через 5, 10, 20, 30, 40 лет. Да? И это состояние такой успокоенности, состояние уверенности, да, внутреннего такого спокойствия, внутреннего мира, оно позволяет справляться моему организму с различными инфекциями и заболеваниями. Да? Я тоже нахожусь среди людей. Тоже бывает, инфекцию получает или гриппы, да, но это все происходит в очень-очень легкой форме. В общем, мое предложение к тебе какое? Если ты действительно хочешь восстановить свое здоровье, если ты хочешь действительно прожить до 100 лет здоровым, счастливым и прекрасно себя чувствовать, тогда давай мы сядем с тобой и составим тебе такой план восстановления здоровья или план нормальной, хорошей жизни, да? И шаг за шагом будем вместе заниматься этим вопросом. Я помогу тебе в этом, буду консультировать. Мы можем встретиться. Да, у нас очень прекрасный городок Безихая. Посмотрите, у меня есть материал на моей страничке. То есть это курортный городок такой, можно сказать. Да? Ну, не курортный, а имеется в виду туристический. Да? Очень много туристов со всего мира приезжает к нам. Ну и, конечно, есть же очень хорошие маршруты, например, такие вандервеги, да, где-то у нас 8, 9, 10 различных таких туристических маршрутов, где можно ходить, Вайнберги, горы у нас, виноградные, потом у нас различные долины, луга, чистейший воздух, леса, то есть какое желание будет, такое мы можем разработать план и будем постоянно, например, день, два, три запланируем на это и будем разговаривать. То есть сначала выясним вообще, откуда взялись все эти причины твоего заболевания, ну а потом будем находить решение. Да. То есть все распишем. И самое главное условие, конечно, это чтобы у тебя было желание восстановить твое здоровье, чтобы ты чувствовал себя прекрасно и в 50, и в 60, и в 70. И моя концепция заключается в том, что я не только помогаю, например, человеку восстановить здоровье, но и буду с ним дальше, так сказать, вести его через десятилетия, можно сказать, да, будем вместе созваниваться, информироваться, будем друг с другом поддерживать контакт. И если я буду узнавать что-то новое, какие-то новые методики, да, по восстановлению здоровья, для того, как себя прекрасно чувствовать, я буду обязательно сообщать тебе об этом и будем поддерживать постоянный контакт. Итак, самое главное, первое условие, которое нужно, это чтобы у тебя было желание. Значит, позвони мне, свяжись со мной, телефоны, имя или адресы, моя страничка, скайп, все это есть. И разработаем тебе план восстановления твоего здоровья. И ты сам увидишь, что через 2-3 года, да, 2, 3, 4, до 7 лет ты станешь совершенно другим человеком. Конечно, это долгий процесс, ясно дело. Таблетку какую-то проглотить, да, это гораздо проще. Но запомни, что эти все короткие процедуры, так называемые, да, они ни к чему хорошему не приводят. Я еще не видел ни одного врача, который вылечил бы, да, своего пациента больного. Как правило, люди остаются со своими хроническими заболеваниями, таблетки, процедуры, то есть вечные пациенты. А так, чтобы какой-то врач вылечил полностью какого-то человека, восстановил его, да, психику, физику, тело его, дух, как говорится, да, таких врачей я не видел. Итак, звони, с вами был Виктор Балит, жду ваших звонков, жду твоего звонка. Итак, задумайся еще раз над своим здоровьем, это самое. Вот одно из самых главных, что у тебя есть в жизни. Пока-пока. С вами был Виктор Балит. Хорошего вам еще дня.